Матова показала 155.29. Вторая пара, драйвер Краснова Варвара. Иван Асмус показали результат 248.77 без штрафных баллов. А теперь внимание! Проиграв совсем немного, также 165.93 и 3 штрафные секунды, приносит себе Дарья Паравлёва и Михаил Лебедев. Аплодисменты! Были близки к первому времени для того, чтобы обогнать наших первых спортсменов, но немножко не хватило. Но мы с вами видим появление уже второй нашей очередной пары под номером 4. Это драйвер Мария Гринина и Грум Иван Асмус. Давайте поаплодируем им громче! Выступает на прекрасной лошади Глинтвейн. Выступает за музей Орловского рысака и русской тройки город Москва. Приветствую их. А сегодня, конечно же, расскажу немножко подробнее о том, кто же такие наши драйвер и группы. Итак, выступает регионал Глинтвейн и Серый Мирин 14 года рождения Орловской рысистой породы. Глинтвейн лошадь молодая, только учится проходить такие сложные маршруты, но Мария Гринина еще один молодой драйвер, также член сборной команды России, победитель первенства России по драйвингу. В ожидании звука колокола наша наездница, наш драйвер, наш друг. Ну посмотрим Тарасачка. Там тетенька, ну, сегодня нужен всем нам, а не только нашему драйверу. Поэтому давайте согреваться, аплодируя старту нашей пары. Аплодисменты. Мария Гринина, Иван Асмус, Гринфей. Уважаемые зрители завершают выполнение своего элемента в неразрушаемой конструкции. Наша драйвер Мария Гринина и Грум Иван Асмус и двигаются вперед к 11 и 12 препятствию в виде конусов. Где поддержка наших зрителей? Остается посылки чуть-чуть, главное аккуратненько, аккуратненько. Посмотрите, как Иван Асмус направляет. И ваши аплодисменты, финиш! Браво! Драйвер Марина Гринина, Грум Иван Асмус, лошадь Глинтвейн. Ну что, это было ярко и достаточно.